продолжаем. Знакомим. Татьяна Синдеева. Здравствуйте. Все богатство. Рассказывай под вашей торговой маркой, что хорошего производите, все категории. У нас на самом деле в нашей торговой марке такое количество групп, какой нет ни одной в марке России. Это как бы абсолютно точно. Это подтвердили все наши дистрибьюторы. У нас есть такие... Называй и показывай. Эксклюзивные группы. Это вот, например, как Махрапенко. Вот этого качества в России нет вообще. Это тоже абсолютно точно. У нас на стенде побывали все насущные компании, которые производят в России. Все тут охали-ахали, удивлялись. Вторая группа — это Махратравка. Вот она еще встречается, как бы, ну, даже китайцы, скажем так, с рынка их привозят. Но опять же, не то качество. Просто такое, что подешевле, похуже. Вот. Это у нас причем представлено как для мужчин, так для женщин, так и для деток все. Дальше. Естественно, группа носков с ангорой. Причем она тоже представлена несколькими линейками. Например, средний ценовой сегмент там порядка 65 рублей. Более вот высокий ценовой сегмент, там такое другое качество. И такие скандинавские мотивы по 80 рублей. Вот. Мужское тоже в двух линейках. Здесь еще есть шерсть. Актуальная для регионов, ну вот север. Теплоконтроль. Теплый контроль — это термоноски, причем тоже там по ценнику от 70 там, до 200 с лишним рублей. Вот наши такие, ну не эксклюзив, но интересная очень группа. Это носки вязаные с антискольжением. Вот, в этом году добавились много новых рисуночков. Абсолютная новинка. Носки с мехом внутри. Это некоторая замена как бы носкам-тапочкам. То есть вместо подошвы идет просто антискольжение. По сути, носок-тапочек. Вот, добавили мы в этом году группу, мы их называем носки женские эксклюзивные, но по сути это высококачественный хлопок с такой оригинальной вышивкой и, ну, вот двумя видами оригинальных вышивок тоже только у нас. Потом у нас есть очень оригинальные носки плана, ну, например, вот это вот Майкл Джексон, да? Вот, в этой серии там есть еще Чарли Чаплин, это я уже молчу про те носки вот с картинами, которые даже телеканал Дождь нас отметил. Ну, носки, тапочки и тапочки-сапожки — это наш старый всем известный ассортимент, мы его поддерживаем. Оригинальнейшая у нас группа, посвященная новому году. Следующий год будет у нас под знаком петуха. Так, это сюда вот подарки вкладывать или на ноги одевать? Это на ноги одевать, можно вкладывать в подарки. Вот. И такая вот коллекция представлена именно петушками. Вообще тоже все отметили только у нас. Ну, то есть там где-то морозы, оленята, все такое. Мы разработали в этом году подарочную упаковку, потому что если в России, ну, уж, ну, принято в кризис дарить носки, да, ну пусть это будет хотя бы как-то красиво, презентабельно представлено. Да. То есть вот такие оригинальные домики, из которых, можно сказать, ну, то ли зверюшки, то ли носочки выглядывают, такие коробочки. Там покажем еще несколько видов упаковок. Да, вот такие вот. И там еще будет более такие... Так, перейдем. Это наши уже знаменитые, даже на телевидении, на телеканале Дождь показанные носки с картинами. Тоже высококачественная вышивка. Носки идут до 43 размера тянутся. Ну, то есть унисекс подходит для мужчин и для женщин. И по цене? По цене базовая цена у них 128 рублей, а минимальная продажа в рознице, вот что я пока отслеживала, мониторила, 299, но это прям минимальная цена, она по акции такая проходит. У вас уже даже носовые платки? Да, бывает? Даже носовые платки у нас. Так, а вот это вот что такое? Это... Для кухни? Да, для кухни, для ванны, органайзеры туда вот всякую мелочевочку можно положить. Потом у нас есть направление детства, то же самое, что... для взрослых, но тут начинается даже от пинеток для самых лялечек. Плюс носки, тапочки, тапочки, сапожки, перчатки. Все представлено на выставке, ну как бы просто, чтобы группа обозначить. Например, да, здесь, ну грубо говоря, 12 видов, а вообще коллекция видов 60. То есть, ну намного все больше. Модные сейчас гетры, ботфорты, гетры, ботфорты, гольфины. Вот. И лосины, и леггинсы. Особенно вот сейчас актуальна будет линия термо. Не на Новый год, а на холодное время. Так, Татьяна была в чем? Танюшка вот, была в леггинсах пушап, сейчас покажу. Но она в них до сих пор, она не только в них была, она в них. Где она? Ходит? Танюша, вот покажи пушап. Все зрители в обмороке. Зрители в восторге. Я слышу, да, бурные аплодисменты. Ну, варежки также у нас. В принципе, у нас есть еще шапки, шарфы, которые мы не взяли, не хватило места на стенде показать. Ну, вот то есть так, ассортимент так, огромный. Огромный ассортимент. Ну, молодцы. А, Мишка, покажи, вот пожалуйста, еще. Вот. Тут немножко все
хорошие. Но вообще вот эти вот презентабельные коробки, очень удобно в них вот так выкладываешь. В магазине удобно. Да, и прям в руки просится. Вот такие коробочки мы разработали для 5-6 носков, там в зависимости от качества можно упаковать для мужчин, там новогодние, просто вот марочные. Очень много упаковки, мы тоже уже теперь очень хорошо работаем. Вот. Приглашаем к сотрудничеству. Да, это вам, дорогие зрители. Можно обращаться в Хабаровск. Да. Где координаты? Давай покажем их крупным планом. Давай. И московское представительство. Вот этот серьезный мужчина, он на самом деле не такой серьезный. Вот он в Москве и представляет. И давал нам комментарии к нашему видео. Неприличные. Давайте. Так. Вот Хабаровск. Да, давайте. Смотрим. Хабаровск. Телефоны есть, электронный адрес. И есть плавник в Москве, центр экипировки пляжной. Вот теперь уже не только пляжный, но и домашний такой. И тоже телефоны смотрите. Если будут какие-то вопросы, можно их обращаться в журнал «Белье и колготки» к нам написать, и мы ответим. Таня, спасибо большое. Желаем вам развития бурного, еще более быстрого и успехов. Спасибо.